Друзья, привет! Как дела там, ребята? Итак, сегодня у нас игра под названием Soccer Kit на SNES. Вот, реквест от Сереги Баша. Попробуем затащить. Вот, от британской компании Chrysalis Software, издатель у нас Ocean Software. Вот, игра, ну, геймплейна достаточно уникальная. Что-то вроде спортивного платформера, по-моему. Сейчас. В любом случае, типа Доки-Доки Юэнчи, но больше махинаций можно проводить с мячиком. Ну, Trolls in Crazy Land, может кто-то помнит, на Дэнни была игрушка. Так. Запускаем. В общем, пока. По-моему, тут заставочка должна быть. Здорово, зашкварный уголок, здоров, Курт Ангел, Дмитрий, добрый вечер, Салават, привет, Вова, привет, Диско, привет, Макс, Хаусин, здорово, спасибо, Сокер, Виталя, привет, бро, попробую, здорово, Джей Профи, Егор, Виталий, здорово, братва. Так, ладно. Значит, в игре есть пароли между уровнями. Уровни делятся на подуровни. Вот, поэтому пароли, ну, игрушка, ну, я не знаю, геймплей я посмотрел там буквально час-полтора, может так. Но в нашем случае, наверное, будет раза в два больше. Зайдем в Option. Значит, в опциях у нас можно выбрать язык. Ладно, а сам английский. И уровень сложности. Два уровня сложности, практика и нормал. Практика я даже не рассматривал, чем отличается. Вот. Неинтересно, скажем так. Ну, наверное, не полная игра, как обычно любят пилить. Или там слишком много жизни. Привет, Ирина. Привет, Яна. Илья, здорово. Портос, привет, бро. Мистер Деннибой, здорово. Ну... Я тоже вначале по названию думал, что это футбол, но на самом деле это скорее на 90% платформер, и только на 10% футбол, если можно так выразиться. Так. Не, в Москву нам еще рано. Так. Да, игрушка. А, вот заставка. Собственно, вот-вот пройдет чемпионат мира по футболу. Но внезапно прилетает инопланетянин, который любит коллекционировать всякие очень эпичные драгоценности и похищает мировой кубок. Да. И вот улетает он с орбиты и нечаянно, а может и специально, не нечаянно, скорее всего, врезается в астероид, а кубок просто на несколько частей падает в атмосферу и... По разным странам, короче, его куски падают. Вот такая вот произошла трагедия. Кто же восстановит трофей? Кто же этот смельчак? Вот он! Мальчик из Британии, подстрижен под горшок, будет у нас заниматься данными вопросами. Он очень сильный фанат футбола, поэтому решил... собственноручно взяться за это дело. Все логично, сюжет очень логичный. И все начинается в Лондоне, собственно, East End. Я помню, еще в школе учили. Лондон, The Capital, Great Britain, East End, West End, там, Westminster и так далее. Здорово, бластер-мастер, Григорий, привет. Привет, братва. Так, ну, собственно, играем вот таким пацаном с мячиком. Значит, наша задача собрать, чтобы получить кубок, нужно собрать определенное количество карт. Причем, ну, все. Если я хоть одну карточку не возьму, значит, я не попаду в бонус. Если я не попаду в бонус, значит, я не получу часть кубка. Если я не получу часть кубка, я не получу лучшую концовку. Если я не получу лучшую концовку, значит, отстой. Раскинул. Бен и братва, привет. О, привет, Муски. Роман. Прикольная многомячная аркада. Хорошего стрима.
Спасибо, дружище, рад видеть, мужик. Спасибо, спасибо. Вот, собственно, пробиваем мы букву I и видим, что на этом уровне у нас 4 этих карточки. Вот, и сейчас у нас в счетчике появится, вы видите, 4-0. То есть 4 на этом подуровне и 0 пока собрано. Вот, соответственно, 3 жизни плюс игра на время. К сожалению, опять на время. Клюконик, привет, бро, шалом. О, тут еще всякие есть ништячки. О, некоторые карты достаточно сильно спрятаны, некоторые карты вообще в тайниках находятся. Но наша задача все их найти и собрать. О, тут я нашел какой-то тайничок. Я не знаю, что это я подобрал и не заметил. Евген Корн, привет, бро. Здорово. Так. Если мяч упадет, то можно вот так вот просто зажать кнопку удара по мячу, и он появляется перед тобой. То есть ничего страшного не происходит. Вот, вполне можно все новый к себе призвать. Не проблема. Вообще, геймплей за счет мячика достаточно сильно расширен. Вот, скажем, можно его набить. Набить в птицу. Там можно его как-то диагонально, я не понял как. Вот, набиваешь, набиваешь, набиваешь. Блин. На это надо шарить, короче, как. Хрен знает. Там еще с головы как-то он может пробивать. Ну, это капец там тайминг. Еще мячик позволяет высоко прыгать. То есть, если его вот на него запрыгнуть. И вот так вот. О, тоже достаточно сильно помогает. Да запарили, Виталий, сплошные игры на время. Я не знаю, как преследуют. Целый квест найти игру не на время. Так. Привет, Василий. Опустимся мы в метро. Пока 0 карт я нашел. А время-то течет. Так, все. Блин, там крысы. Да прибью нафиг. Хорош. Что там? Сердечко, отлично. Значит, сердечко добавляет нам весь лайфбар. Здесь со временем можно прокачать его на количество сердечек. То есть максимально можно выбить 5. На это нужно находить секретные айтемы, чтобы расширять свой лайфбар. Очень полезная штука, потому что в игре кончаются жизни, кончаются конты. Так. Надеюсь, конечно, до этого дела не дойдет. Хотя, если время будет постоянно у меня кончаться, кто его знает. Здорово, Мегатрон. Да, вот как... Есть первая карта, вот она. Первая. Осталось 3. Лев Зион, привет. Спасибо, спасибо, Мегатрон. Кубок наш, да. До сих пор как-то чувствуется отдача, что вот чемпионство мира такое не забывается. Да. Отлично, вторая карта. Надо проверять, иногда сквозь стены можно бегать. Retro Life Events, привет. Микромашинки смотрел, спасибо, спасибо, мужик. Я, кстати, не только на NES, я еще на SNES прошел, если хочешь, посмотри там. Аналогичная версия, просто порт. Тоже там под музончик свой, ибо микромашинки особо своим музончиком не славятся. Что это за звук был? Секрет какой-то взял или что? У меня, по-моему... Блин! Ладно. Что за звук был, интересно? Ну, жизни не добавили. Наверное, секретное сердечко там было. Так, а это...
А, это временная неуязвимость. Вот, вот эти столбы, это как бы чекпоинт, значит, я по уровню где-то прошел. Где-то так. Здорово, брат Драковский. Понимаешь, если хочешь быть времени, то надо было 3D-версию запускать. Визуально будет интереснее. Ну, я знаю, да. Да. Вообще, оригинал на Амиге. И, в принципе, одна из лучших версий именно на Амиге. О, Роман Бенич, а ты футболом увлекаешься? За какой-нибудь клуб болеешь? Не, мужик, я вообще... Там иногда мужики собираются, обсуждают. Я вообще не шарю в этой всей движухе. Я такой, что лучше сам побегать, пофутболять мяч. Так. Не фанат. А, вон карту вижу. Ай-яй-яй. Спасибо, Ром. Время, я вижу, ну а что я сделаю? Вот, кстати говоря, здесь можно айтемы брать не только пацаном, но и мяч, если ты футболяешь, как бы, в айтемы. Ух, нифига себе. То ты также таким способом их можешь брать, такая тоже особенность. Это нужно тоже иметь в виду. Собака бегала, никому не мешала, взял, футбольнул в нее мячик. Ах же, шкодник. Откуда же ты взялась, блин? Так. Надо ее убрать, наверное. Тут я не знаю, от чего я быстрее загнулся. От времени. От времени или от того, что у меня здоровье закончится. То сколько можно? Я попал. Мне одна карта нужна. Так, вот, там уже босс, но мне еще одна карта нужна. Где-то она тут должна быть. Время. Блин, вот уже первый уровень. Уже по времени офигеваю. Блин, а где же она может быть? Сверху взял. Может, еще левее. Так, тут вроде бы брал. Ну я тут, по идее, должен появиться, если сдохну. А, вот тут, наверное. Да, вот. Там тут я не брал. Не брал. Хрен его задена. Будем сейчас искать. Мардивус, привет, спасибо. Ух ты, блин, чуть птичка не завалил. Блин, ну вот как можно успеть? Пока найдешь. Ладно, ну хотя бы у меня дофигища теперь времени, но хотя бы враги тоже на уровне попоявлялись. Ну да ладно. Это уже традиционно, первый First Blood из-за времени. Ща найдем. Ох ты, нифига там не анимешный пацан. Ну, блин, игру делали британцы. Поэтому они особо под японцев ее не затачивали. По-моему, тут где-то. Не, нифига. Блин, а где же эта карта? Там уже босс. Значит, надо еще назад вернуться. Блин, она по-любому где-то там в воздухе, где птицы летают. Ну где? Это все отреспаунились. Серега, привет. Как игра? Ну, нормально. Нормально. А, ну, стой. Внизу я был. Ну, тут нету, нету. Привет, Серег. Алекс, привет. Буд, привет. Фак. Блин, то, что они постоянно респаунятся, это проблема. Да не, нету тут. Это
тут я уже был. Блин, где же эта карта одна? И так, так заметьте, это даже не уровень целый, это подуровень, по-моему. Да, там даже ж в начале не босс. Блин. Главное, мобы респаунятся, а этому не респаунятся, чтобы похилиться. Блин, для чего ты это сделал? А, нет, тут я тоже был. Карту. В метро тоже спускался, взял. Еще не взял. Сейчас еще раз зайду, мало ли. Там, правда, крысятины. Здоровье, нот. Случаем не на дереве перед концом уровня. А, кстати, да, может быть, я ж там на деревья не запрыгивал. Ну, сейчас я тут проверю. Ну блин, точно. Точно, там какие-то были айтемы, но я лучше не стал. Там просто фишка в том, что если я случайно прикоснусь к чекпоинту, то уровень завершится, то есть тоже не очень удобно сделали, и ты уже не сможешь, ну, рейсет только жать. А тут я был, кстати. Самый крутой музон в русской локации. Ну, какая там она по счету? Великобритания, Италия, а потом, по-моему, Россия. Да, потом, по-моему, Россия. Да, туда еще дойди. Да, блин, они что-то тоже попоявлялись, по идее. Главное зыхать от времени. Так вот его добавит. Тут собаки вроде были. Вот деревья. Блин, там птицы сверху. Вот эти сладости, ну я не знаю, они за них... А, вот она, блин. Капец. Все. Все 4 карты найдены, все нормально. Старый город у нас. Так. Значит, на каждой из стран по 11 карт. Вот, пока я 4 собрал. Каждая сторона делится на 3 подуровня. Вот, соответственно, чтобы узнать, сколько карт нужно собрать на локации, нужно вот сюда вот мячик футбольнуть и получить данную информацию. Давай. О. Все, здесь написано, что 3 карты на этой локации нужно найти, чем мы и будем заниматься. О, кстати, в других версиях эти карты... ну, вот у меня просто нарисован там человечек и 4, да, а в других локациях прям это карты игроков, и там каждый игрок отдельно можно карту... ну, карту посмотреть. Бандуай. Дядя Бен, StarCraft вообще ожидается или все? Наигрался. Но он голосовалки сегодня будет на следующий стрим, а там уж как народ решит, как проголосует. Проголосует, будем играть в пятницу за зергов. Вот, вот первое. Вот, спасибо, Бандай. Но я думаю, рано или поздно все равно доберемся, раз уж начал. Так. Неужели так прям зашел? Я ж там с меня такой игрок. Я даже горящими клавишами не сплю. Я почти клавы не пользуюсь. Так. Предку. Сюжет игры заключается в том, что инопланетянин похитил кубок, но настолько пуганул, что врезался в астероид, и кубок разлетелся на несколько частей и упал... 5 разных странах. И вот наша задача восстановить кубок, чтобы за него прошли эти чемпионаты мировые по футболу. Да. Ой-ой-ой.
А. Пока я OneFest еще не играл, она не заточила. Ну а что делать? Тут, не, можно, конечно, пройти без сбора карт, но без сбора карт это не лучшая концовка, да и игра как-то теряет. Так придется досконально облазить полностью локации. А так, ну как платформер, тупо пробежал и все, и завалил боссов. А так нужно попотеть. Поэтому будем собирать все 100%, пока не найдем. На крайняк, если что-то пропущу, можно пароль будет ввести. Тут после каждой стороны дается пароль. Так что, я думаю, не проблема. Здорово, Роман. Нормально, ты как? Да. Так, а вот мне говорили, что я half-point'а достиг. Хорошо. Так. И на GBA выходила, и на PlayStation выходила. Говорят, лучшая версия на ПК. Либо на, ну, на Amiga оригинал, либо на Amiga, либо на ПК. Конечно, существенно отличаются, так что можно и на разных платформах поиграть. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, крыса, спокойно. Так, одна карточка осталась. Игра на время. Мне уже как-то игры не на время не вставляют. Вот игра на время. Так. Блин. С кофеечком, с ключом и кофеечком ходят. Так, как положено. А, вот. Ну все, последняя карта найдена. Осталось просто допройти уровень. Вообще прикольный геймплей, вот эта вот фишка с мячиком. О, тут как-то еще можно с разворота бить. О, можно вверх как-то диагонально. Как-то он еще бывает. О, тут вот навес. О, ты с головы трахит. Ладно. Нравится игры на время. Да, обожаю, блин, обожаю. Особенно когда в игре глобальное время, вот как Принц Персия, вообще идеально, вот обожаю. West End, следующий под уровень. Дардео, здорово. 3DO лучшая версия. Да, наверное. Верно. Она и, наверное, еще позже вышла. Так. Стой. Привет, Никита. Здорово. Вот птицы эти со слепой зоны вылетают. Ну хрен знает. Так, ладно. Первая карта пошла. Но тут у нас 4 карты. То есть, походу разделение такое. 4, 3, 4. И равно 11. 11 карт на каждой стороне собираешь, попадаешь на бонус. Проходишь бонус. Ну, еще пройти надо. Но если проходишь бонус, то получаешь часть кубка. Что, собственно, нам и надо. Я из Донецка. Тридо вышел в 94-м на PS 2002. А,
Короче, ну, сколько там, год спустя, оригинал в третьем вышел. Кстати, первый порт был именно на SNES, причем, ну да, да, самый первый порт на SNES, причем я сравнивал еще японскую версию, это капец. Там они настолько точно постарались перенести, ну в Амиге ж как, в Амиге там идет одна, ну джой с одной кнопкой, вот, им приходилось сделать прыжок на нажатие вверх. И также прям в японской версии перенести. То есть там прыжок не на отдельной кнопке, а наверх крестовины. Это жесть. Я поиграл, думаю, да нафиг. Как невозможно играть. А уже в американской и европейской версии уже поправили и сделали, что прыжок на отдельной кнопке. Так. Ну реально так неудобно еще и прыгать на крестовине. Какой панишер тебе показался сложнее, на Денди или на Сегу? Ну, на Сеге ж можно выкрутить хард. Вот. Я не знаю, я просто на Сеге сам в панишер никогда не играл. Вот мы с Виталием один стрим поиграли, и то почти прошли. Да, я там на последнем боссе у меня время, по-моему, закончилось. Что-то такое было, да. Вот. Крысы жрут. А, ну Дэнди просто у меня... О, жизнь. На Дэнди у меня просто панишер в детстве был, поэтому... Я и в детстве его проходил. Хотя очень долго пытался, но все-таки прошел. С детства он мне казался очень сложным на Дэнди. Так что так сказать... Не знаю, мне кажется, даже если на Сеге на максимум сложность включить, на Дэнди сложнее. Ну, это мое мнение. Кому-то, кого-то по-другому. Просто все-таки вот этот прицел ворочить не на мышке, а на джойстике, это жесть. Ладно, я туда не пойду. Две карты осталось. Привет, Анатолий. Спасибо. Блин. В 3DO даже заставки нарисованы, да, ну круто, круто, круто. Ну, блин, игра мультиплатформенная, причем нормально так подзаморочились на каждой платформе. Не, красивая, не спорю, красивая игрушка. Блин. А, вижу. Вот, чтобы туда запрыгнуть, нам понадобится мячик. Прыгнуть. В высоту, вот, аж вот. Он и в длину так. Ой-ой-ой. Чуть мыша не убила. Еще и в длину так дальше прыгать. Тихо. АВГН на Йова. Ну, у меня он есть в списке на повышение сложности. Я же говорю, я могу это сделать, но вопрос времени и желания братвы. Если проголосуете, сделаем. Но это такое уже октябрьская, либо апрельская тема. То есть так там нам надо обычный списочек пополнять пройденных. Не, ну Go 3 вне конкуренции. Go 3 это сила. Блин, на Сеге похожая игра есть, она лучше выглядит там на Сеге. А я, кстати, не посмотрел, была ли она на Сеге. Не знаю. Вот что, как-то я не глянул, если она на Сеге. Может, это не она. Я думаю, если бы она была на Сеге, ее бы побольше людей знала. Я, кстати, у меня нет данных по поводу заработка жизни за очки, потому что очки здесь приносят тут и фрукты. Их очень много. А, вот табличка, что впереди босс. Но
мне туда никак нельзя. У меня карты одной не хватает. Блин. Может, она здесь? Там птица летает, тварь. А, вот она, вот она, вот она, нормально. Все, все карты есть, идем к боссу. Алло, алло, привет. Здорово, мужик. А, да сегодня была все-таки, да? А, понял. Все-таки была. Ну, мы играем в нее на SNES. Заквестили на SNES. Значит, играем на SNES. Так, ну, вот он у нас, первый босс. Глубенич. Ничего сложного. Да, босс вообще лажа полная. Главное не жадничать, понемножечку бьем. Кстати, время на боссе не добавляют. Хорош. Ай-яй-яй, такой огромный качок слился шкалатрону с мячиком. Как он после этого будет жить, я не знаю. Зашкварился по полной. Приятного этого, запап. Так, о, вот, босс. Ой, блин, бонус. Вот. Тут тоже на время, и вот задача за время собрать все эти значки, иначе все карты 11, что я собирал, все это будет на смарку. Поэтому надо топить по полной. Это бонус, момент истины. Так, вон, сверху датчик 27. Golden Brahams. Что за хрень? Это, видимо, какой-то хавчик, да? Может, какая-то овсянка там, реклама. Golden Grahams, братва. А ну, пробейте, пожалуйста, что это за хрень. Golden Grahams. А, ну вот, я мячиком все собрал. И вот у нас... этот... низ кубка. И пароль нам дается. Пароль, блин, записывать впадло. Я принтскрин нажму. Блин. Да, лучше так. То есть это пароль после того, как мы прошли полностью Британию и взяли в Британии часть, все карты и сняли кубок и пароль. То есть это такой хороший пароль, можно так сказать. Привет, Игорёк. Цубаса. Ну, как-нибудь доберемся и до Цубасы. Сейчас пока за пацана играем. Мы его даже никак не назвали. Так, на уровне 4 карты. Сейчас мы в Италии. На этом под уровне 4 карты. И понеслись их искать. На каждый уровень, я смотрю, по времени 500 секунд даются. Да. Тут уже кокосики падают. На мотоцикл нельзя. А это хлопья, да. Ну вот, заодно и прорекламируем хлопья. А, карта вот первая. Ешьте, дети, хлопья, будете здоровы. Как они технично, да, интегрировали рекламу хлопья в игру. Спасибо, братва, что пробили. Будем знать. Бен, Golden Graham таких хлопья отнесли. Понял, понял. Так. Ах ты, падла. Так, блин. На пальмочку тяжело запрыгнуть. Надеюсь, там нет карты. Остается только надеяться.
Прикольная игрушка. Да. Такой занимательный геймплей, ничего подобного не попадалось. Я люблю, когда вот какие-то новые такие физики, там новые фишечки в геймплее. Приходится адаптироваться по новой, привыкать. Это круто. Так, вот этот вот айтем очень важен. Повышает у нас количество сердечек навсегда. Поэтому, можно сказать, он один из ключевых. Максимум можно выдать в игре 5 сердечек. Нет, победа как раз таки главная. Последующее нахождение подобных айтемов уже эффекта не даст. То есть 5 это лимит. Теперь... Да ты офигел там, глянь, мудила. Вот ты блюдок. А, вовремя мне дали этот айтем. Так. Ну, я согласен, что не такая уж и редкость. Но все-таки редкость на фоне остальных игр. Кулспот и Макдональдс, но это единицы. Это единица. Зато какая реклама, да, на годы. Вон, Макдональдс до сих пор существует, там, сыграл, не знаю, МК Kids, да, или в клоуна этого, и прорекламировал Макдональдс. Может, кто-то сейчас сорвется, побежит в Макдональдс. Эффективная реклама. Рэйвен Софт, здорово. Егор. Так. Я уже боюсь, чтоб птицы сверху не летали. Так, а ну-ка, повыше-ка. Ну вот, как обычно, они тут как тут. Хорош, хорош, красава. Мазила, пацан, мазила. Ладно. Ты пока учишься, тебе простительно. Да, блин. Умолаживают эти мотоциклисты. Надо дождаться. Непонятно, прыгнет он или будет на тебя ехать. Вообще непонятно. И ни одной карты на этом доме нет. Даже странно как-то. А как же пицца Хачерепах? Да, я согласен. Или Юной, да. Пицца Домино в Юнойде. Жирно так прорекламировано. Кстати, тоже существует до сих пор пицца Домино. Мировой бренд. Так, одна карта осталась. Да, РТР, правда, будет на братва. Вот, он невменяемый, он Battle Kid решил за час затащить. Правда, японскую версию. Не знаю, на какой там он будет сложности играть, но... На какой бы ни играл, это жесть. Я на нормале японку тащил. По-моему, часа 3. Так. А, вот. Блин! Тварь! Капец, вот подстава с этой птицей, еще и здоровья не было. Ну ладно, хотя бы я знаю, где карта эта. Хорош. Да сколько моль, глянь их тут. Давай. Где он? Проклятые твари! Да, мотоциклист, это проблема. Хорош. Блин, тут слишком он разгоняется. Здорово, Лёва, здорово. Добра. Все норм, просто хочет послушать свой гимн. А-а-а.
Точняк. Не, на, если так как это его гимн, он должен спеть. Блин, я уже так получал. Хорош. Товарищи, не забудьте оценить трек, играющий на уровне «Россия». Я в детстве от него пёрся страсть. Даже в ВК себе его потом нашел. О, спасибо, Серега, заценим, заценим. Так, руины Рима у нас, второй под уровень. Сколько тут карт? Спасибо, Серега. Три карты. Ну, я так понимаю, схема такая, 4-3-4. На всех, во всех странах. Посмотрим, посмотрим. Так. А, вот первого я нашел. Осталось две. Там, кстати, еще вот те карты пятерочка. Это суммарное количество карт, собрано в стране. То есть всего... Италии. Ух ты, падла. Я 5 штук пока нашел. Блин, как его вынести? Блин, так неудобно. Так, Бен, тебе не кажется, что персонаж игры вылитый Sensei Productions? Да. Ну что-то есть такое, да. Если бы еще умел вертушки накручивать. Блин, ну птицы самая боль. Ты прыгаешь и не видишь их, они резко улетают и тебя дамажат. Так. Ну вот, то же самое, перепрыгиваешь, где гарантия, что птица резко не выйдет. Ух ты, блин, падает еще все. Так, ну ладно. Да, если не знаю, еще впереди, так не спеша лучше продвигаться. Персонаж резкий очень. Давай. Так. Ну вот, пожалуйста, опять. Пробей-ка ее. Хорош. Ой-ой-ой-ой. Да ладно, и карты нет. Блин. Иногда непонятно, нафига такие места делают. Вроде сложно пробраться, все падает там и так далее. Но, блин, карту не положили. Бен, ты сколько набиваешь? Мы в детстве соревновались. Ох, я уже забыл. Ну, хобби, да, хобби было. Выходили постоянно с пацанами. И набивали там в эти игры, там, на голове, на... Чё, как она называлась, я помню, игра. Вначале набиваешь на ноге, потом набиваешь на коленке, потом набиваешь на кулачке, потом набиваешь на голове. Потом комбинируешь всю эту движуху, там, ну... Я помню, точно мы играли, я тренил эту хрень, капец как. Как профессиональный футболист я тренил ее, лишь бы что всех вынести. Короче, задрот во всем. В квадрата играли. Сейчас выходишь на улице, ты такую хрень картину увидишь. Так. Блин. Чё ты? Давай. Рахит. Так, окей. Сердечко, пожалуйста. Хорош, хорош. Так, одна карта осталась. Чек я взял. Полет неплохой. Пробей его нафиг. Хорош. Так же, так же, так же. Красава. Мастер. Паспорт, наверное. Да, паспорт, паспорт, точно. Блин, нифига себе. Еще кто-то помнит. Я забыл нафиг.
паспорт, да, да, да. Не, не десят, паспорт. Так. Блин, мячик сдулся. Так, недавно Льюиса, пацанва играла в квадраты, девочки по квадратам классики прыгали. Ну это топ вообще, вот это нормальное развлечение. Так. Так, такое, old school, да? Old school движуха, видимо, собралась. Так. Нет, тут ничего интересного, там гиря, а сверху чё? Не видно. Не, вроде бы сундук был, да? Замечу, да, он сверху сундук. Как только его взять? А, я понял. Блин, он иногда не понимает, что я от него хочу. Вау, хорош, хорош. Ладно, на этот раз понял. Так, отлично, вот. Я жизни теряю, но жизни и получаю, поэтому все неплохо. Здорово, Артур, благодарочка. Так. Ай, блин, а там карта была, причем последняя, блин. А, спокойно. Земельки играл, танчик. Пехотики, земельки. Играли, короче, с ножом. Короче, чертится круг. Вот, и ты должен воткнуть в него нож нафиг в землю, чтобы он встрял. Вот, встрял и чисто разрезаешь, короче, на территорию. Вот, и там доходило до того, что на одной ноге приходилось кому-то стоять, кто проигрывал. А потом ты его добиваешь, чисто берешь в центр, в его территорию, нож кидаешь. Я тоже забыл, как эта игра называется. Тоже прикольная. Да. Ну вот, земельки, знаю, да, значит. Так, ну все, карты все собраны. Погнали. Ну, городки, страны еще она называлась. Да. Так, окей, третий под уровень. Как всегда, 3-4. Ой, 4-3-4. Ну, ножички еще. Ну, главное, что все играли, а называлось у каждого по-разному. Кто так называл? Начинается вот это. Вот проблема в том, что когда вот персонаж в таком вот состоянии, вот, ты, короче, не направление, а просто удар нажал, он начинает набивать. И вот его в этот момент парализует, и враги делают с тобой все, что хочешь. Особенно вот не приветствуется это набивание на боссах. Если, конечно, это не тактика. Вот, крайне не приветствуется. То есть, пострадать, конечно, с управлением придется. Вечер добрый, Андрюх. Вечер добрый. Блин, мудила на мотоцикле. Иди нафиг. Там, по-моему, сверху была птица замечена. Ух. Она реально была замечена и чуть меня не убила. Бери ее нафиг. Давай. На голове понабивать. Ладно, сойдет. Так. Запарили птицы, конечно. Пробей ее. Хорош.
Бена, а что за упоминание мечей и помимо кадров? Там было написано 10 мечей, на что влияет. Я не знаю. Самому интересно. Серега, что это значит? В информации, когда забиваешь мяч, тебе выводится количество карт и 10 боус. Блин, меня убили. Что это за 10 боус? Я поначалу думал, что это ты можешь 10 раз мяч свой уничтожить, и чтобы он новый появился. О, но я ошибался, это не в этом дело. Что за 10 боус, я сам не понял. Иди сюда. Да ты офигел, да лянь мудила. Блин. Рахит, блин. Вроде бы я его убил. Капец, на ровном месте две жизни. Долбанный мотоцикл. Они просто едут на меня и тут же прыгают. И хрен знает, что делать. Ну, нужно, короче, не спешить ждать его. Вот тут он не прыгнет. Да. В местах, где он разворачивается, приходится ждать. Как? Это фиаско, братан! Вот этот опять он. Ну а тут как раз он разворачивается под пальмочкой, вообще умный. Давай, где он? Здорово, Александр. Да. Ну вот, вместе и вспомнили. Я тоже забыл про эти игры. А чё там только не было? Прятки там всякие, ладки, савочки, там кто как называл, там белки, стрелки, вот это чертятся эти стрелки. Хрен знает, там можно было. Не, он так не выбегает. Так. Ай, блин. Море волнуется. Еще вот эта игра, забыл, как называется там. Девчонки любили в нее играть, короче. Ты должен, не говоря ни слова, показывать что-то там. Там можно было реально затролить так. Так. Я помню одному, короче, пацану заказал продемонстрировать миксер. Блин, он говорит, у меня из-за тех башня закружилась. Хрен кто угадал, там миксер он показывал, запарился на крокодилу, да. Точно. Миксер топчик был. Чемпион, да, мужик. Да, крутая игрушка. Так. Ну. Так. Есть, взял, одна осталась. Так. Привет, Портос, крокодил. Не, крокодил это берешь, короче, корешу на ухо говоришь, и он изображает, не говоря ни слова. То есть делает, что хочет, но он не должен говорить, рисовать, чисто своими движениями показывать. Там предмет или животное, там хрен знает. Вот. И если кто-то угадывает, то потом, типа... Не, подожди, я уже забыл как. Ну, короче, если кто-то угадывает, то потом уже этому человеку, тот, кто показывал, загадывает. И так, короче, по цепочке вроде так. Или наоборот, кто не угадывает. Кто угадывает, наоборот. Хрен знает, я уже не помню. Слишком это было давно. Так. Одна карточка где-то еще осталась.
Если бы тебе заказали башенку, как бы ты ее показал? Не знаю. Ну как-то показал бы. Ну а че ее показывать? Она из кирпичей, она. У нее есть глаза. И она крутится. Это уже море информации. Так. Блин. Ну да, Бартос по красоте башенку нарисовал. Восстановил в ней рисунок. Так. Бен, из подобного Сеги Хурикенс, как на SNES, так и на Сешку, версии разные. Понятно. Понятно. Ну я не играл, я не знаю. Так, ладно, предлагаю тогда на этой штуке пока прокатиться, посмотреть, что там на соседних домах. Кто-то штаны сушит. О, прям как чувствовал. Хорош, все, карты все найдены. Прекрасно. Так, а это третий уровень, по-моему. Второй, это не по-моему, это третий. В этом уровне, по идее, должен быть босс. А, ну вот босс. И хилочка перед боссом. Весьма заботливо. Ух, нифига себе, тут колоночек надставлено. С розочкой в кармане, да ты модный. Блин. Хорош. Почти убил. Ладно, тоже в Италии все 11 карт я собрал, тоже все неплохо. А, вот босс, 7 штук у меня было, только что это такое? Ну, видимо, тоже какой-то айтем собиратель. За него тоже потом в конце уровня очки дают. Ну, хрен знает, что это. Видимо, вот эти мячики, которые собираешь, за них просто, походу, очков больше дают. Но я еще ни разу не заметил, чтобы мне за очки добавили жизнь, поэтому мне не особо интересны эти очки. Тут даже нет этих таблицы рекордов. Короче, смысла очки фармить я не вижу вообще. Кстати, ачивок я тоже не обнаружил на эту игру. Ни на одну из версий. Я игрушка прикольная. Как геймплейно, так и графически. Так, еще немного хлопья порекламируем. Все. Вторая часть кубка найдена, все неплохо. Здорово, Иванова Рафаэль. Что думаешь про вышедший Wolfenstein 3D на сервер, относишься к версии на SNES? Ничего не думаю, не играл. Да, аккуратнее буду, точно не помню, на 3DO не... Ну, я так понял, видел вот эти на уровне такие кругленькие айтемы, шарики такие, резиновые, по-моему. Может, это они? Ну, это доп. Очки. Так, принтскрин. Она там заменится. Так. Окей. Next is Russia. Даже Москва. А тут у нас зима. Окей. А не, видите, тут уже по-другому. Тут на первом уровне 3 карты.
не, это походу не эти шарики. Блин, а что что-то за шарики имеется в виду? Может, просто нужно все сладости собирать, и тогда будут шарики. О, тут танки, тут все серьезно. Так, тут, кстати, можно проваливаться, да. Мазло на следующем, по-моему, будет клево. Понял. Да не, нормально, тут нормально вообще в игре мазло. Не скажу, что прям шедевр. Нормально. Белки на елках. Снежок идет. Не, прикольный уровень. Блин, теперь, видя зимний уровень, в играх сразу вспоминается долбанный олень АВГН. Ой, блин. Как же меня от них воротило. Жесть. Я не знаю, как я выдержал. У меня столько раз была мысль просто... Ну, как только оленя убивают, нафиг бросать все. Ну реально, вот от них пригорает почему-то. Вот. Больше всего. Ну, видимо, из-за говна там. Олени плюс говно, это уже такая комбинация. Неприятная очень. Психологически. Привет, второй киборг. Я ничего не думаю об МК-11, я не фанат вообще никакого МК по факту, кроме фильма. Так. На первой части, наверное, хотя я когда-то и сериал смотрел про Кунг-Лао. Что-то я его смотрел, но не помню, чем там все кончилось, или там вообще ничем не кончилось. Ох, нифига себе, СССР даже тут. Это даже не... Блин. Хотя подожди, 93-й год. А чё СССР? Видимо, британцы не знали, что уже тогда СССР перестало существовать. Ладно. Союз нерушимый. А хотя по сюжету мы находимся в 94-м году, поэтому, наверное, все-таки британцы пуганули. Ну, компания разработчик. О, я карту взял, причем как-то... Видимо, не совсем как задумывалось. Бля, тут молоток в руке, все как по... Блин, я аж проникся. Не знаю, что мавзолей. Может быть. Блин. А тут нельзя провалиться. Тут я был. А, вот тут. Вот. Так, одна осталась. До сих пор можно надписи СССР встретить памятники Ленину и серпы. А, в этом плане. Окей. Ну тогда вообще игра прям передает историческое наследие целое. Блин, загрызли. Так, отныне у меня лайфбар из 4 сердечек. Это хорошо. Так. Вот, опять 4. Вот не могу никак выбраться. Прям... Сливаю до 3, потом восстанавливаю до 4, и так бесконечно. Я в Италии, по-моему, до 2 я слил. Ладно. Ну, бери её нафиг.
Да. Хорош. Лучший. Генерал Хаус, не играл. Все, карты все. А, ну тут и конец, чётенько. Воу. Батлшип, боевой корабль. Все серьезно. Так, чё тут у нас по инфе? А, тут уже 5 карт. Здорово, Олег. Сколько тебе лет? 20 чем-то, 30 почти. Так. Ленин, возможно, возможно. Глянем. Дмитрий, привет. Суровые, конечно, уровни пошли. Особенно, да, какой контраст после там Британии, Италии, там. Какие-то мотоциклисты. Ой-ой-ой. Тихо, тихо. Фух, еле успел. Крепкие, крепкие парни. 4 удара надо. Здорово, Михаил. Если бы сборная России по футболу так тренировалась, чемпионат мира только так выиграли. Но они, видимо, сконцентрировались больше на хоккее. Кто почту заточен? Да, блин, они ж там негров понапикали, понятное дело, что там врожденная завышенная выносливость там и так далее, то есть. Что поделать? Зато на коньках рачивы. Статы не позволяют неграм на коньках. Братва, я против расизма, если чё, против. Блин, что-то я уже по уровню, по-моему, пробежал. Карты все нет и нет. Может, пропустил где-то. А, вот это вижу. А, вот вижу. Блин. Сдувает просто. Так, окей, это у нас чек. 2 карты осталось. Сейчас я еще сверху не проверю. Блин. Ладно. А, тут я был. Тут я был просто с другой стороны. Самоизоляция продлена, блин, как они уже запарили. Сегодня маску забыл, блин, в магазине. Охранница, маску надень.
Я говорю, я не взял. Говорю, и что, у клиента, что ли, решитесь? Не знаю, что ответить. Иди уже быстро, говори. Так. Здорово, Алекс. Ну, был такой на SNES, прохожу на SNES. Как всегда. Хаю. Тащи, Беныч. Спасибо, дружище. Тащим, только вперед. Так, две. Блин. А, их лучше убивать, а то мало ли придется возвращаться. Две карты. Мячик лопнул. А, вижу, сверху что-то есть. Так, еще одна. Здорово, Влад. Почему тебе на тече качество 120? Я не знаю, да нет, должно быть там фу. Должно быть фу. Пропиши вручную, там, нажми шестеренку. Потому что вроде как Full HD я ставил. После переустановки винды. Раньше маска в магазине считали опасным, а теперь без маски ты опасен. Кстати, да. Кстати, да. А сейчас они в этот в целую моду превратили. У нас там всякие... Продаются маски с принтами, там, я не знаю, там, принты на заказ, короче, даже на этом наваривают. Китайцы вообще там массовое производство масок запустили. Подстраиваются. 1080, да? Ну, значит, не... Блин, я не знаю, чисто чем он сам в своей жизни живет. Не знаю, что за дела. Так, все, последняя карта найдена, отличная новость. Там лишь на Твиче ограниченный битрейт, поэтому может не хватает просто, чтобы Full HD выдавать в 60. Делай мерч, маски с принтом башенки. Блин, надо себе реально принт башенки фигануть. Этот незабываемый шедевр. Так, ну все, пройдено. Красная площадь. Ускоряется музло сразу. Так, ну тут опять у нас 4, по идее. Сейчас уточним. А нет, 3. А, на корабле было 5. То есть 3, 5, да, 8. Осталось 3, 11. Все верно, да. Ни одной карты я пока не пропустил. Полет хороший. Здорово, Владигор. Та... Блин, белка укусила. Какие-то агрессивные белки тут обычно они. Такие агрессивные. А, музон будет на боссе, окей. Да не, нормально музло. Такое. Но оно существенно отличается от того, что до этого было. Такое жесткое такое. Чтоб понимало, куда ты попал. Так, тут, похоже, можно провалиться. Так, здорово, Биг Босс. Понял тебя, понял. Star Wars. Так,
Так, что брата думает, ковид это больше развод, реально супер угроза. Ну блин, это угроза, наверное, для тех, там, у кого уже иммунитет слабенький. Старичков или для людей, у которых там иммунодефицит, там, ВИЧ и так далее. Для них да, а так, хрен знает. Некоторые, может, даже переболели, даже не заметив, у кого там вообще сталь, организм просто сталь. Ну, кто, вот, скажем, вот, допустим, человек, который там занимается спортом, ну, не профессионально, без убийства себя, короче, закаляется каждый день, там, водичкой обливается, я хрен знает. Тот там, я не знаю, почихает пару дней, все, переболел он этим вирусом, и ему пофиг. А вот какая-нибудь бабулечка, дельфинчик. Товарищи, да не сможет буржуй помешать коммунисту с мечом пройти свой путь. Пусть красной рукой справедливости пройдется наш народ по зубам грязных капиталистов. О, как. Ура, товарищи. Бен, Бенч, Сашка, в твоих мозолистых руках судьба нашего народа. Да не посрамишь ты честь Денди, езжай супер Денди. Спасибо, дельфинчик коммунист. То есть я играю буржуем с мячом. Блин. Я должен специально словить фиаско, чтобы умиротворились коммунисты. Дух коммунистов. Капец. О, задвинул. Блин, где же эти три карты? Времени уже меньше. Ну блин. Даже собаки крепкие. На первом уровне собаки сразу выносились с первого удара. Пробей ее. Так. А ну, вупи. Блин, а выше нельзя. Тяжело попасть. А ну давай тут. Хорош. Да, давай так же. Хорош. Молодчик. А, вижу сверху сундук. Блин, надо возвращаться. Как же туда попасть? С елки, что ли? И карту пропустил, да. Блин, падла. Так, реально гроза. У меня тетя фельдшерскую помощь из Подмосковья очень тяжело переболела, говорит, хвати на умирающих насмотрелась. Да. Ну вот, вот, пожалуйста. Да блин, там как назло хилка, да? Надо проверить. Блин, запаривай эта хрень. Бери ее нафиг. А, тут жизнь даже. Ну ладно, ладно, раз жизнь, все нормально. Здорово, ретро-игры. Так. Шоколада на санках. Да, птицы шатры спаунились. Очередная карта. Одна осталась.
Открою вам секрет, никакого COVID-19 не существует. Его придумали патриоты, чтобы чипануть людей прививками. Билл Гейтс оказывается их агентом, ничего, мои ребята скоро схватят. Давай, давай, займись этим. Так. Ну, последнее. Последнее. И уведомление пришло, что босс впереди. О, да ладно! Еще одну карточку нашел. Все, 5 сердечек. Это есть максимум. Еще через низ пройдусь. О, какая. Гимнастка. Места нащупать. Нафиг ты стоишь? Крепкая женщина. Но бомжуйский пацан с мячом оказался крепче. Не было музлотова, но походу в 3D только. Может быть. Так. Давай. Бонус. Злого босса победили. Ура! Злого босса мы победили. Не, ну раз РТР официально объявил о том, что мы злого босса победили, значит реально злой босс был. Мне походу не так как-то пошел, что ли. Она пропускал, да. Ладно, сейчас вернусь. По времени нормально. Да не, по времени на бонусы с головой хватает. Так, и мы получаем третью часть кубка. Постепенно его между собой соединяем. Здорово, Лек, 777. И следующая у нас остановка Япония. Перелетаем мы в Японию. О, так. Нагоя. Городок Нагоя. Так. Кстати, смотрел в других версиях, там не сразу с этого уровня начинается, а ты вначале по улице ходишь, там какие-то, ну, в японском стиле, а тут что-то решили сразу в помещении сделать. Похоже, чуть-чуть резанули уровень. Так. Ладно, братва, давайте перерывчик сделаем на 5 минут и продолжим. Так, скоро буду.
Go damage. Братва на месте. Приятного чаепития за братву, за пап, за лес. Ну гоу. Так, чё там по карточкам? Сколько у нас на этом уровне? 4, да? Так, я смотрю, там зловещие профессоры уже ходят с колбами, с непонятной субстанцией. Так, нет, не так. Спасибо, профи. Серега, здорово. Рад видеть. И так.
нифига не понял, ну ладно. Неважно. Привет, заметки. Спасибо, Лёх, спасибо. Так. Скорее всего, на этом уровне мне времени не хватит. Если так слишком долго буду лазить по всем этим комнатам. Роботы ожили. Крепкий. Как боцман, 4 удара нужно. Блин. О, сундук найден. Чё там? Сердечко. О, норм. Блин, а тут кирпичик типа выступа идет. Блин, ну пока ни одной карты не нашел, хотя облазил капец уже сколько всего. Давай понизу побродим. Там не был. Несмотря на то, что вроде как отсюда пришел, да. Там вроде бы карты нет, но мало ли. Короче, ладно. Если что, вернусь. Наверное. А, там еще вниз проход. Капец, запутанный уровень. Да, полный лабиринт. Ой-ой. А тут, кстати, моя нелюбимая схема скроллинга экрана. То есть, скроллится туда, куда персонаж смотрит, причем очень сильно. Но... Плюс в том, что быстро скроллится. Бывает очень медленно скроллится, и пока ты... О, карты. Пока ты рассмотришь, пока там оно доскроллится, тебе уже страшно. Тут хотя бы это все быстро происходит и так напрягает. Здорово, Алекс. Здорово. Окей, теперь идем через низ. Три карты. Одну я, кстати, видел. Одно было замечено. Самое главное, чтоб я там слева снизу не пропустил. Залез за грибы. Привет, Артём. Спасибо. Сам Милу тоже привет. Чё, он опять что ли там в больнице, что ли? Надеюсь, я туда... А, вижу еще снизу карточку, да, и сверху была. Так, теперь вопрос, как ее взять. 185 секунд, еще три карты. Ой-ой-ой, они оказываются... Вниз. Куда ты меня везешь? Я вниз хочу, блин. Сдается мне, я умру от... из-за нехватки времени. Хотя бы возьму карт побольше. У меня 4 жизни есть. Разгуляться можно. В плане... А, вот это похилили. К
слову, в плане контов, они в игре тоже есть, но они заканчиваются, поэтому слишком расслабляться все-таки не стоит. 5 контов в игре. О, даже такое бывает. Время добавили. Очень уместный айтем, учитывая на каком уровне. Очень уместный, крайне полезный. Мне кажется, блин, опять я повелся. Мне кажется, все равно не хватит. Блин, а если бы они все попадали, че? Ладно, одна карта осталась. Карточка. Так, блин, ну куда? Сюда. Тройная развилка, хрен знает, пойду сюда. Соединяется все. Так, это нам не надо. Это нам сверху тоже не надо. Блин, я там сундук. Какие сундуки попропускал? А, ну вот, все карты собраны, у меня 40 секунд. Ну, погнали, ладно, прогуляемся за сундуками. Любопытство... Любопытство меня всегда убивает из-за любопытства. Ну, блин, там их два. Друг в одном жизнь, в другом время. Что-то мне подсказывает, нифига это не так. Ну, ладно. А, вот. Первый. Хилка, да? У меня 100 секунд, если еще можно разогнаться. Если совсем припрягут. Блин! А, хотя я ж могу и так туда запрыгнуть. Че я туплю? Не могу. Хорош. Да. А, ну, блин, у меня все равно максимальное количество здоровья, поэтому смысл от этого айтема. Все, теперь на всех парах топим. 80 секунд. Пацан, со двора, здорово. Ты играл в Unreal как игрушка в целом. Ну, одна из самых атмосферных, что мне попадалось. Ну, она не всем подойдет, я не знаю. Наверное, школотрончикам я бы не советовал. Это таким вот людям больше с жизненным опытом, что ли. Уже таким повидавшим. Да. Такая. Не для всех. Ну, даже убрать, если атмосфера, она в техническом плане красивая очень. Так, там же две части, я вот до второй все никак не доберусь. О! Поезд. Поезд. Так, три карты. Карты. Две карты, здорово, негативный. Две карты. Надо не пропускать. Сколько ж вас? У меня, похоже, тут нет карт. А если через низ? Ну, какие тачечки везу, да? Зло такое. Пивка для рывка. Не, прикольный такой уровень, необычный. Блин, вторая часть Unreal, там можно вдвоем играть, будешь все проходить. Не, вдвоем, только вдвоем.
Если игра проходится вдвоем, я стараюсь вдвоем ее проходить. Так, вторая карта. Lost Vikings, да, две части проходил. Вот. Первую мы втроем даже проходили с Виталием Негативным, а вторую я сам прошел. А, длинная игра, там не один стрим уходит на одно прохождение. Да. Прикольно, необычно. Близзарды. Silicon and Synapse. Близзарды рулят. Уже тогда рулили. Так, вот тут знаки, надо просто пригинаться. О, какие пассажиры, да? Вот тот мужик. Вот этот мужик что-то задумал явно. Ну, видишь по лицу. Блин, здесь еще одна карта. Ну, поезд более линейный. Тяжело будет пропустить. Так, это... Я не знаю, может быть и возможно. Дядя Сережа как представил эту игру? Ну, пацан футболист. Собирает кубок, все просто. Блин, ну карты в сундуках, ни разу не было такого, чтобы карта была в сундуке. А, это неуязвимость. Временная неуязвимость. Так, нет, нет, там уже конец уровня. Пропустил таки карту. Как его можно было пропустить? Я тут развилок нифига не видел. Может, там сверху где-то она была. Блин. Странно. А ну-ка, повнимательней. Блин, ну самый такой линейный уровень пропустил карту. Как его можно было пропустить? Где она может быть? Не понимаю. Видели, братва, не? Нельзя проваливаться там. Ну вот, сверху я помню, тут брал карту одну. Да, была она там. Блин. Это на самое начало уже. Блин, а где карта? Офигеть. Где карта? Ну что, она как-то за машиной там спрятана, хрен его знает. Надо, короче, все проверить. Либо в какой-то вагон, может, надо будет провалиться. Так, тут, похоже, нет. Или за балкой. Не, ну это капец. Ну их железо три. Значит, она как-то засекречена там. Проваливаться я не могу. Бен, останетесь подобное в тему баскетбола Майкл Джордан. Да.
разрушен по квесте. Я посмотрю. Так. Я посмотрю. Ну. Может в роботе, либо вот там выше надо. Блин, лажа какая-то. Не, ну в роботе вряд ли. Скорее где-то не на виду. Просто вперед поезда, это уже все, это уже конец. Фак, таки убили. Я там все равно по времени все заканчивалось. Блин, они теперь только отреспаунились. Ай, блин, провалился. Ваншотит. Задавили. Я думаю, либо она вот там вот где-то сверху нужно прыгать, либо, блин, я даже не знаю, либо за какой-то машиной, за балкой, может. Вот и нету, и все. А во! Догадка, догадка подтвердилась. Это фиаско, братан! Все, все, все карты. Блин. Да я б не сдох, блин, если б знал. Так, пришлось возвращаться, пройти туда-сюда. Ну ладно, прогулялись. Токио, мы добрались до Токио. Так, 4-3, тут похоже тоже будет 4, да? Да. 4 карты, ну окей, ищем. Ищем. Что-то как-то Токио странно очень показали в этой игре. Не успеваю я убивать, лучше и отходить от них, отбивать. Так. Внизу. Карт не замечен. Отсюда я пришел. Окей, погнали тогда на правую сторону. Так. Да-да-да, в конце стрима голосовалка. Да. Там ПК. ПК у нас в пятницу. Здорово, Диабло. Привет, мужик. Да, подвалы Токио. Причем от первого уровня Японии не мало чем отличается в плане оформления. То же самое. Убить хотят. Они всерьез настроены убить пацана. Пацан. Бэныч, недавно купил игру Valiant Hearts. У тебя на стриме добрые люди ее советовали. Игра про Первую мировую войну, очень атмосферная, сделанная круто. Очень эмоциональная, пробивает на слезы. Там свои герои, у каждого свои истории, они пересекаются. Божественно, посмотри, мужик, ее, пожалуйста. А я знаю эту игру, кстати. Я в каком-то топ 2D игр, по-моему, ее видел. Она на первом месте была. И предлагали ее не раз. Но она такая, оформление напомнило Guns Carcanoli скорее, да? Но там сюжет, я так понял, крепче намного. Спасибо, мужик, спасибо. Она есть в квестах, не переживай. И до нее доберемся. Да, я об этой игре знаю. Мне не избежать зергов, да? Блин, всегда забываю.
О, первое найдено. Замечательно. Там мужик с песиками. Ну, не, ну там, я так понял, за разных персонажей периодически играешь. Там то за какого-то амбалась, то за медсестричку можно побегать. Ну, прикольная. Прикольная такая игрушка. А ну если ты говоришь еще и сюжет там мощный, вообще идеально. Злое лицо у пацана, когда бежит, похоже, он ненавидит роботов. Да не, он просто недоволен, что его подстригли под горшок. Версии пацан как пацан, только с синими волосами, а с, блин, в этой... Ой-ой-ой-ой. Ладно, все равно там ничего интересного. Так, а тут у нас чё? Сюжет там грустный, война всё-таки. В Cannon Fodder тоже война. До сих пор помню, как мы поминали Джуса. Да там каждого солдата поминали, блин. Каждый там чем-то, в чем-то отличился. Да, земля пухом, как говорится. О, тайник. А, сейчас я нашел. Блин, три карты все еще. Здорово, Вадим. Куда идти? А, вот так, вот тут чек у нас. О, и карточка. Вот только как взять. Блин, а как запрыгнуть? Ну, бери его нафиг. Трачиво, блин, с мячом. Да ты, как он его не добил, блин. Я же говорю, рачиво с мячом. Блин. Там, походу, с другой стороны нужно будет. Ладно, потом. Я пойду вначале карту. Смотрю, голосование Свен есть, как тебе игруха в целом понравилась визуально. Ну я ж в Альфарис играл, то же самое. Только в Альфарис круче, конечно. Хотя я в Свен пока не знаю, но в Альфарис просто позже вышел. Не здесь, а как тогда? Может просто сквозь стену бежать? А, да, реально сидит. Здорово, Алекс, привет, мужик. Сенсей, привет. Том и Джерри, кстати, да, вот по этим проводам реально. Как будто тут у Джерри позаимствовали. Да. Так, ну чё, две карты. О, Диабло, спасибо, мужик. Наконец-то ты со мной поздоровался с 10-го раза, как оно? Да, Лёня делся, пиво, перевазил, тащил. Все, Лёня бросает. Все пиво Пеннивайзу отдает. Но Лёня стал редко очень глушить. Я еще его и в Go 3 приглашал играть, но, блин. Сказал не. Он не знал, видимо, что теряет. Сколько он мог батонов запустить? Спасибо, Дьявола. Спасибо. Здорово, Вёрджил. Мастер достойщика стоит мне покупать на PS4. Ну, для кого-то очень стоящая. Виталя там наиграл, блин, я не знаю, хрен знает сколько часов в нее и до сих пор играет. Для меня нормальная. Я ее два раза проходил.
Я один раз DLC. То есть я один раз так прошел, один раз прошел на 100%. Ну ее за стрим реально пройти, то есть, возможно. Ну, музыка зачетная там, это однозначно. Она такая несложная. Я не назвал бы мессенджер сложной игрой. Так, на вечерка 2-3 тебе вот как раз поиграть то, что нужно, а там уже будешь смотреть. Бен, привет еще раз, братишка. Не скучай. Спасибо, Алекс. Спасибо, дружище. К счастью, скучать не приходится, мужик. Спасибо. Молодец, он так держать. Лёня, да. Так, подожди, а как мне туда? Сквозь штыки, что ли? Ну, давайте, терять нефиг. Ну да. Так, все. Все карты я нашел. Все 11 жизней заработал. Осталось только допройти уровень и не сдохнуть. Но запрятали на этом уровне карты очень серьезно. Диего, привет. Когда приедешь на высшую лигу? Ты о чем, Серега? Какая лишая у лиг? Бен, если играть в мессенджер без подсказок и не видя раньше же, то много вечеров потратишь. Ну, 2-3, мне кажется, 2-3. Ну, смотря, у каждого ж понятие вечера стяжимо, у меня, ну, часов 6. Так. Здорово всем. Бен, берешь этого пацана в стартовый состав против монголов? Ну, есть такая профессия — водонос, может, еще. Спасибо, мужик. Ох какой, блин, а буфера какие. Блин, ну я покойник, я знаю. Из вариантов. Блин, тихо, тихо. Спокойно, жирный. Он просто взял подгреб. Ладно. Иди сюда. Чё, чё он делает? Он... Не, ну если сзади был унитаз... Вот, неважно. Но он что-то... Да влупи ему, да ж... Вот, вот это то, о чем я говорю. Он тупо начинает набивать, и пофиг. Ему босса нужно бить, и он тупо набивает стоит. Ему только воду носить. Блин, я просто выбираю PS2, что купить на выбор. Axiom Verge, Blazing Chrome, Wi-Fi's, Blasphemous, Blasphemous, Messenger. Ну, если Blasphemous Ritual of the Night, я бы его взял. Реально, я бы его взял из всего, что ты перечислил. Я во все это играл. Я бы его взял. Там реиграбельность максимальная и... Ну если оно одинаково стоит, то тут, по-моему, выбор очевиден.
Ну да, я тогда притуал взял. Хотя, если ты, тебе нравится именно пиксель-арт, то да, конечно, тут уже другой вопрос. Потому что там это уже не пиксель-арт идет. Так. Да иди нафиг! Падла, опять он за свое. Ладно, 48 секунд. 4 пачки хлопьев. 3. А я вижу только 2. Давайте еще. А, вижу. Но я заметил, бонусы такие чисто символические. Вот ты его проносишь, у тебя еще и 30 секунд, несмотря на все затупы. Муся, Муся туда. Да, Муся что-то... Взгрустнула маленько. Так, принтскрин. Но пока все благо удается. Да, все части кубков мы собираем, все карты мы собираем. Америка у нас. Америка у нас впереди. Включи, Ром, включил кэткэм. Четыре. Так. Ладно, я тебя перепрыгну. Ладно, глянь, жмут сходу. Вот одну гниду не убьешь, все. Правого времени нет. Да блин! Где это? Офигеть. Во, мочат. О, Марио. Подкачался. Так, карту вижу. Джесси села, да? Блин, я просто хочу... Бля, не сидит там. Да убей её! Ну надо было проверить, может там тайник был. Здорово, Николай, спасибо. У меня тоже в детстве этой игры не было. Я даже я до этого не видел. До такого мне за руку высели. Фух, вот это просто очень вовремя, просто очень. Понятная локация. Так. Две взял. Хорошо. Замечательно. Блин, меня все-таки волнует вот то место, которое я прошел через верх. Может, там понизу нужно будет. Либо, может, какой-то спуск пропустил. Не, нифига я не пропустил.
Блин, ну уровень, я не знаю, намного сложнее ощущается. Если бы мне вот там вот сердечко не дали, я бы уже давно фиаско выхватил. Тайники тут намного серьезнее. Так. А, вот дали невязимость. Одна еще карта осталась. Да, мысль на исходной. Так, чек есть. Здорово, Пол. Спасибо, мужик. Спасибо. Так, я нашел последнюю карту. Идеально. Так, ну все, все карты найдены. Время вроде есть, все неплохо. Главное сейчас не сдохнуть, а... Самое главное в яму не упасть. Блин, попробуй еще упади грамотно. Жизнь, пожалуйста, здесь лежит жизнь. Заклинаю. Сердечки лежали. Жалко. Интересно, у британцев Нью-Йорк ассоциируется. Повсюду долбят асфальт, продают хот-доги. В Москве более серьезные порядки. Не, там, конечно, школотроны тоже на санках катались там и так далее. Но такого беспредела не было. Игра на сколько по времени прохождения? Да, лонгплей. Лонгплей вообще на час она. Я, правда, не знаю, этот лонгплей на 100% тащился или не на 100%, потому что здесь... Ну, если ты собираешь кубок, там просто концовка меняется, и еще плюс один дополнительный босс появляется, и все, то есть не так уж и существенно. Ну, тут все в том, знаешь ли ты, где эти карты или не знаешь. Вот, если я не знал, мне приходится все уровни облазить и их искать. Вот, поэтому это по времени существенно бьет. Ну, а так, ну, она не сложная. Я не знаю, что там на уровне сложности практика. А, уже Калифорния. Нью-Йорк прошел, уже Калифорния. Окей. Солнечная Калифорния. Стереотипы. Стереотипы, что везде стоят телеги с хот-догами, там, с кетчупами. И горчицами. Ну да, это такие же стереотипы, как в этом в Москве стоят там танки повсюду. И елки, и вечно снег идет. Так, а чё внизу пропасть, да? Надо рыбу эту убить, а то меня еще убьет. Там, блин, не могу попасть. А, или я ее убил. Будила, блин. В Москве матрешки, водка, медведи на улице. Да-да-да. Можно прям с руки покормить.
Иди этот ублюдок, блин. Два раза меня долбанул. Так, подожди. Я инфу, что ли, не взял на этом уровне? Или ее не было? Блин. Не, без инфы я не понимаю. Сколько тут карт, это не годится. Возвращаемся. Ее не было, я про целого не могу понять. Или она как-то так незаметно проскочила. А, да, лянь, капец, так тупо ночь. Три карты. Одну я уже взял, две осталось. Да, тупанул. Ну да, Гера, я ж вернулся, да. Там просто появляется количество, да, и понятно сразу. Тут я хрен знает, сколько уже взял там и так далее, сколько и всего на уровне. Без этой инфы вообще тяжело. Особенно если действительно серьез решу на 100% тащить. Так, блин, а сердечки тут... Как тут по сердечкам? А, это типа смотровые вышки спасателей, да? Ее, сердце. Повезло. Повезло. Так, чек взял. Что напишут? Нокаут, фалинг, какануть. А, типа берегись падающих кокосов, да? Окей. А, спасибо, что предупредили. Я с ними уже знаком. В Италии, по-моему, росли. Бен, ты играл мыши Рокер из Марса? Не играл в такое. Упустил пока. Как же мне заходит твой стрим, жаль, что разница времени большая, скоро спать идти. Спасибо, Серег, все равно спасибо, что смотришь, спасибо на добром слове. Ну, спокойной ночи тогда. Так. Ну чё, одна карта, 220 секунд, 3 жизни. Я, кстати, жизнь где-то нашел, да? Или за очки дали. Все-таки, наверное, за очки дали, да? Вот за 300 тысяч. Скорее всего, дают. Редко, но дают. Так, давай-ка мы здесь поищем. Вот она. Последняя. Муся ушла. Муся, братва, с нами не хочет сегодня тусить. Не знаю, не в настроении. Так. Ух, сколько там сверху вкусняшек. Ну, карт нет, поэтому не пойду. Так. Хорош. И чё, в Калифорнии реально по пляжу аллигаторы ползают? А это туалет, типа, да? Или... Нет, наверное... Либо душевые кабинки, либо раздевалка, переодевалка. Хотя, может, туалеты, может, там все вместе. Так, Чикаго! Бен, вышел у тебя руки с Марса, на основе сделана компания Konami. Давай, мужик, я запишу, посмотрю. Беныч. Чуть не попался. Я еще из Вьетнама не люблю пацанов с мечом. Ну, знаешь, такой рациональный страх испытываю. БРРРР. Спасибо, падающий кокос.
Вьетнама. Ты на что намекаешь? На стрижку под горшок? На самом деле реально очень похож. Но наш пацан с Англии просто так постригли. Видимо, сэкономит, решил там вьетнамцев каких-то попросил, чтобы постригли. Я не знаю. Ладно, спасибо, мужик. Так, окей, тут у нас кирпичики. 4 карты на этом уровне. И тут я смотрю тоже повсюду хот-доги. Еще не хватает, знаете, вот этих вот бомжей из бочкой, из... Да, бочки они там... А вот какая игра необычная. Эксклюзивчик. Напоминает игру на Генде, где чувак тоже пинал шары. Где еще дамаг увеличивался, когда ты здоровье терял? Забыл название. И там, и тут музяка приятное равно. Спасибо, Серега. Рад видеть, мужик. Действительно, похоже, название Doki Doki Yuenchi или Trolls in Crazy Land. Ну да, да, действительно, что-то есть. Там тоже спорт немного с платформером скрестили и получилось. Кстати, тоже там вроде с инопланетянами, это какая-то движуха. Спасибо, Серега. Так, все, еще 4 карты мне надо. Но это, мужик, не эксклюзивчик. Она вначале на Амиге вышла, а потом уже пошли порты. Там мультиплатформа такая, что можно офигеть все перечислять, на чем она только не выходила. По-моему, даже на геймбой она выходила. Или на ГБА. На портативках была. Но оригинал на Амигу. Это стопудняк. Так, одну карту взял. Спасибо, Вергилий. Пасхалка на заднем фоне. А чё там? Я упустил. Чё там было? Ночной город Street of Rage, да? Может быть. Ну тогда слишком много пасхалок во всех играх. Блин. Там... Хорош. Да, Мартинес, все норм, проходим. Медленно, но уверенно. Блин, подстава. Ничего интересного. 3 карты все еще. Выбраться еще попробуй. Так, все-таки вернусь я поверху. Ну, как чувствовал, реально. Как чувствовал, что тут карта. Ой-ой-ой-ой-ой. Как это мышу не пришло. Ты издеваешься. Блин, Марио еще пришел. Так, еще игрушка на сейке про СНС, не знаю, там тоже футболисты бегают, играл. Не знаю, футболисты бегают, это такое себе описание. Да вряд ли. Так, что мы имеем? Так, кинь мяч. Баскетбольное кольцо, короче, да? И тогда получишь экстра очки. Давай. А ну, пацан, покажи мастерство. А что ты делаешь?
Да что ты... Алло. 100 очков! Нифига себе! А ну. 100 очков. Ну, короче, такая штука, фарм очков. Интересно, нафига это сделали? Видимо, просто ради прикола. Так, чек, и мне по-прежнему нужна еще одна карта. Одна карта футболиста. Так, стой. Тут ничего интересного. Хотя, может, там тайник. Не. Вергилий, а чего ты любезностями всех сейчас закидываешь, точка, бро, дружи, прям у тебя все. Мы все помним стримы то, что ты бека. Спасибо, аноним. В смысле, чё там? Вергилий кого-то обидел, и кто-то задаил обиду, что ли? Вергилий, как ты мог? Блин. Я не помню за ним таких грехов, наоборот, вроде супер позитивный мужик. Так. Блин. Хорош, красиво так. Nike X-Ray, привет, мужик. Хорош, четко. Блин, ну. Ну ладно, может, в подземелье дело. Блин. Вот как знал, блин, ну неспроста ж они так защищали это место. Есть! Последняя карта и яд покойник, да? Хотя нет, тут можно тайминг выждать. Да. Ну, я близок. Да, при смерти. Так, понимаешь, когда уже будете King of Dragons с Леней проходить? Не знаю. Все что? А, у меня время закончилось. Ну, второй раз за стрим, это еще норм. Это я еще легко отмазался. Тут, кстати, обратите внимание, при сливе жизни все враги респаунятся, поэтому это крайне нежелательно. Да. Все, что запланировано, скажем так, с Леней, скорее зависит не от меня, а от Лени. Леня редкий, но меткий гость, как говорится. Да, ну я не могу, Гера, я не могу без смерти от времени. Так. Хотя, ну, так, чтоб я сильно тормозил. Но я исследовал полностью все уровни, то есть тут независимо от того... А, ну вот уже. Независимо от того, какой уровень, длинный или не очень, все равно дают всегда 500 секунд. Так, индикатор говорит, что там впереди босс. А. Вообще нифига не может.
шлем потерял. На прощание уронил на меня мяч, тем самым продамажил. Эх, слабак, слабак. Не забыл ту простыню. Не-не, ее я на всю жизнь запомнил. Муся пришла. Сейчас. Муся пришла. Так, окей, погнали на бонус. Безупречная победа. Благодарочку. Вначале вверх. Мне кажется, бонусы сделаны, чтобы прорекламировать вот этот Golden Grahams. Скорее, а не чтобы как-то там игру усложнить, потому что, ну блин, 100 секунд на бонус — это дофигища на самом деле. Вон, я даже пуганул, мне сейчас можно полностью вернуться, я успею вернуться. Все взять. Наверное, времени, чтобы три раза бонус пронести, хватит. Ну, два как минимум. Без особых напрягов. Так, ну все. Последняя часть. Последняя часть Кубка Мира. Да, в ЕГЭ 2 буду, но... Надо отдохнуть немного от него. А, ну вот, босс. То есть, если бы я не собрал полный кубок... Ой-ой. Чё он делает? Во. Ай-яй-яй-яй. Блин, там стадион болеет. Стадион болеет за пацана. Давай, пацан, там... Телепортация. Да. Обломись. Блин. Надо ближе к нему, что ли, держать. Ближе к нему тоже. Он крепкий. Прыжок. Блин, злой босс. Negative. Очень злой. Понятно, что за атака будет тут. Да, злые боссы, очень злые боссы. Блин, ну достает он рукой, даже если присесть. А, вот. Кажется, я начинаю вникать в последовательность. Взлетает, да? Да. Долбани по нему, блин! Идиво. Ну, в общем, как говорится, невезение, это, конечно, еще так. Не-не-не-не, я понял. Рука. Он дурачок, даже не рандомит паттерны, он типа... Один за одним фигарит. Короче, лох. Прыгает. И разваливается. Вообще, детский босс. Ты ж последний. Злого босса победили. Официально. Ура! Злого босса мы победили. Еху. Капец. Вон, братва. Представители всех стран пришли нас поздравить. Пацан просто взял, прошвырнулся по миру и вернул
Кубок мира. Спасибо, братва. Спасибо. Майк, привет, бро. Игра, ну мне понравилась, классно, но она легенькая такая, даже если на 100% тащить, она как-то легенькая. Ну интересная, мне пришлось немного попривыкать к геймплею. Спасибо, Бартос, Вергилий, Салават, Пол, Гера, Яна, спасибо, Хаусин, Яху. Так. Спасибо, Серег, спасибо за реквест. Мне понравилась игрушка, хорошая и достойна быть в списке затащенных. Спасибо за реквест. Спасибо, Кибер. Так, ну, братва, голосование у нас на следующий стрим, который будет в пятницу. 19:00 у нас ПК, у нас очередь ПК. Вывожу. Сейчас я музыку поставлю. Так. Ой. Блин. Перед каждого раз что ли перезахватывать. При переустановке винды все работало. А, о, ну да. Undertale. Да там был выведен список уже несколько раз в чате, говоришь, какие будут игры голосования. Лёня, привет, бро. Здорово. Dead Cell. Не, Лёня, пока не. Но ты не переживай, доберёмся. Так, что-то музыка орёт. Ладно, StarCraft Зерги, да. Упал музыку, да-да-да. Так, ну давайте я в обратном порядке. Значит, Swain. Swain. Игрушка от создателей Wildfires. Ори. Ну, Ори... Это чисто заготовка перед второй частью, потому что я хочу вспомнить первую по сюжету, там пробежаться, и потом только приняться за вторую. В любом случае, если его ретащит, то следующий стрим по ПК мы будем вторую играть. Так что тут две игры в одной. Вот это так. Так, дальше. My friend Pedro. Pedro, возвращаем голосовалку. Теслаград. Теслаград у нас второй раз в голосовалке. Ну, прикольная игрушка. И StarCraft. Компания за зергов. Первая самая. Ну, там вторая глава идет. Это зерги. Тираны уже пронесены. Двухуровневое голосование на первый уровень 5 минут. Понеслась. Диаграммку также вывел. Unreal 2 только в коопе. Ну тут Педро однозначно. Окей. Сплошная годнота. Хорошая игра, да. Да, братва, и пока голосуете, напомню, что у нас будет уже юбилейная, братва, тащит, в следующие выходные, 5, 6, 7 число, вот, я не знаю, сколько там уже человек, 40 с чем-то человек зарегистрировалось, вот, поэтому еще проходит набор в любом случае, даже если в запас, давайте поиграем. Вот. Все равно регистрируйтесь, братва, не стесняйтесь, если что. Вот. Это у нас тем более юбилейная, как бета-10.
Поэтому я думаю, будет жестко. Мы там, наверное, еще подготовим какую-нибудь викторинку с Виталией. Виталия вроде как уже занимается вопросы, ну, созданием вопросов. Вот, короче, тоже как-то скрасим. Так. Муся. Муся. Бля, реагирует. Муся. Да-да-да, интерактивчик добавим, да. Так что никого не отживает. Ну, а Driveu 2 это ж Origin. Origin игры очень дорогие. Там, по-моему, этот второй Driveu где-то полтора, может, два косаря где-то стоит. Вот, это во-первых, а во-вторых, нужно, чтобы человек сидел. Я не знаю, там, по-моему, мультиплеера вообще сетевого нет, поэтому нужно, чтобы человек рядом сидел. Да пронесём со временем, я думаю. Так. Так. А на какой старость телефона? Эй, Свейн. Сейчас аноним скажет. Вергилий, мы все помним, как кто-то танки тащил. А тащил ли? Вергилий, что ты можешь на это ответить? Спасибо, супер аноним. Вот, Ace Lane, ну все английская раскладка. B, Oriblind Forest. C, My Friend Pedro. D, Tesla Grad. И E, Starcraft The Zero. Вот такие вот такой расклад. Двух уровня голосования, как всегда, в финале две игры. Так что я смотрю, старик перевалил, но в финале ему нужна игра какая-нибудь посоревноваться. Сейчас, Серега, зайду. Поставим. Это с 3DO будет, да? С 3DS. Не вижу от тебя, Серег, сообщения. Не вижу. Сейчас, братва, через минутку подойду, как раз таймер кончится. Так, ну чё тут? Педро всё-таки, да, в финале? Педро! Окей. А меньше всего Тесла Град и на втором месте Свейн. Да, чё-то вроде хорошие так же игры, но Педро, видимо, в авторитете. Так, в финале 120 секунд понеслась. Все, C, My Friend Pedro, E, StarCraft. Муся ушел, Муся пришел.
Чувак перепутал. Вёв же просто перепутали с Евгением. А ты че тут бывает? Так, Вань, ну давай еще подсидим ачивки, давай. Блин, ачивки испоганились, ачивки. К сожалению. Я сейчас в последнее время на них не играю, только если параллельно. Вот, если на сокер вот на эту игру были ачивки, я бы, может быть, стопнул и какие-то по ходу прохождения захватил, а так, чтобы отдельно играть. Что там у нас? О, ну туда, тут понятно. 54 против 30, да. Все, братва, решено. Значит, следующий стрим. Пятница. Ну, там 19:30, 20:00. Играем StarCraft. Компания Зергов. Не Брудвар, именно просто StarCraft. Вторая глава получается. То есть продолжение истории. Вот. Кто смотрел кампанию за тиранов, тот, я думаю, в курсе дел, что будет происходить по сюжету. Вот, по поводу Soccer Kid, в целом игра понравилась, новые фишечки геймплейные, также новый опыт, немножечко попривыкал, но в целом игра затащена. Затащена на максимальной сложности, хотя их тут всего лишь две, практика и нормал, но тем не менее. Затащена на 100% со сбором всех карт. И со сбором кубка, соответственно, на лучшую концовку. О, надеюсь, вам понравилась игрушка. Все, братва, всем всех благ, берите себя и удачи. До пятницы и до StarCraft'а. Счастливо.